девчонки завалили Алексиуса. Вот такие активные дети в этом возрасте. Малышам всем около 2 месяцев. Кто-то чуть старше, кто-то чуть младше. А вот этот вот ушастый кабачок, единственный свободный мальчик из этой компании, до сих пор без мамочки и без папочки. Просто наш. И он свободен. Может быть, присмотрите себе такую прелесть, вот такую вот прелесть веселую. Любуйтесь. Спешите. Вот такая красота. Веселая. Да, девчонки? Не терпите, вот какая разошлась. Нефертити – это черная девочка, светлая, рыжая, палевая. Это у нас Анфиса, ярко-рыжий с беленьким – Златан. Вот эта пятнистая девчонка – это Юлия, Юлиана. Вот. Ну а беленький, белокремовый – это мальчик Алексиус. Вот именно он один свободен для продажи. Красивый-красивый ушастик. Веселый-веселый сынок. Вот такая радость. Юлиана, ты там что, тарелочку сейчас кушаешь? Стеклянную. Такое вот у нас веселье. Привеселье. Вот такие вот у нас детки веселые, здоровые, красивые, активные. Вот так они у нас растут. Сейчас мы хотим попробовать их вывести во двор, на улицу. Посмотрим, как они себя будут там вести. Двор наш. Чистый. Поэтому нам в наш двор на улицу можно. А так, конечно, детей выводить на улицу можно только после 2 прививок и карантина. Вот такое веселье. Наблюдать можно бесконечно за этой детворой. Камера не успевает. Как только они видят камеру, вот, получается, они сразу же бегут.